В региональном правительстве всерьез обеспокоены участившимися случаями детского травматизма. В связи с этим глава региона Сергей Морозов встретился с министром здравоохранения Рашидом Абдуловым. Последняя чрезвычайная ситуация произошла в Димитровградском детском доме. 12-летняя воспитанница сломала челюсть, играя в мяч. Сегодняшнее состояние удовлетворительное, но абсолютно правы, Сергей Иванович, что на сегодняшний день необходимо принять самые жесткие меры для того, чтобы впредь вопиющие случаи не повторялись. Ребенок находится под тщательным наблюдением врачей, проводится служебная проверка. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.